Привет! Перед тем, как рассказать про данный аппарат, я хочу сказать, где на него самое лучшее предложение на рынке. В описании к видео есть ссылка, переходите по ней. При звонке в магазин или при заказе пишите в комментариях, что вы смотрели видео Ивана, соответственно, дайте мне максимальную скидку. И от меня там будет лучшая скидка на данный аппарат и лучшее предложение на рынке. То есть магазин работает более 7 лет, 5 звезд на маркете, 4,5 миллиона просмотров на Ютубе, плюс гарантия 30 дней на возврат обмен вместо 14 по закону. Все аппараты продаются в заводской упаковке, 30 дней возврат обмен, но при этом вы покупаете устройство заведомо новое. Лучшее устройство, если вам нужно будет какая-то консультация по установке, она будет оказана. Есть видеоинструкции по установке самостоятельной с укладыванием, спрятанием проводов, подключением прикуривателя и так далее. Также есть скидки на установочные центры по всей России. Прошу заметить, любой точке России вы можете установить данное устройство со скидкой от нас. Я считаю, что это лучшее предложение, которое может быть только на рынке. Если это не так, звоните, мы это исправим. Итак, рассказываю про само устройство. Привет! В сегодняшнем обзоре TrendVision MR715. Это зеркало заднего вида в виде накладки, простите за тавтологию, на зеркало заднего вида. Вот, как это действует? Вот здесь цепляются такие резиночки, две штуки, и, соответственно, прикладывается к зеркалу, они цепляются и держатся на зеркале заднего вида. Оно немножко стоит вот так вот в сторонке, да, и за штатным зеркалом выглядывает камера. На камеру вешается поляризационный фильтр, это все крутится, регулируется, поэтому здесь все без проблем. Вот, соответственно, здесь внизу кнопки управления видеорегистратором, разъемы под карты памяти, две штуки можно поставить. Сверху здесь вот вход задней камеры, вход USB, вот, выход, по-моему, на экран и HDMI тоже выход. Ну, экран я имею в виду на головное устройство, на магнитоле, видеокартинки. Так, здесь вот в углу появляется картинка. Соответственно, меню все управления снизу, жирными пальцами в экран тыкать не надо. Пардон, не здесь, не в углу, а в середине вот такого размера. Вот такого размера будет у вас экран, почти что ползеркала занимает. Вот, соответственно, он приглушается, гаснет, когда не нужно пользоваться. Вот, когда вы там, можно использовать как за камеру заднего вида, у него со вторая камера есть с собой. Поэтому очень-очень достойный аппарат. Довольно широкое, удобное зеркало заднего вида. То есть это не зеркало там за 2000, которое там обещают с 3 короба, по сути это ничего. Это действительно хороший, достойный корейский аппарат, вот, который себя оправдывает на все 100%. Если вам нужно многофункциональное устройство, вот оно, собственно говоря, TrendVision, это корейское качество. Вот, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Удачи на дорогах, пока!